Здорово, это домашний канал Валерки, Resident Evil 2 ремейк, дополнительные режимы. Итак, мы с вами подходим уже к концу, у нас осталось две допки. И на очереди дополнительный режим под названием «Нет выхода». Будем играть за шерифа Дэниела Картини. Вот. Ну что, давайте начнем. Рассказ о будущем, которое никогда не наступило, о ночи, которая никогда не закончилась. Шериф Дэниел Картини получил отчет, когда был в машине. Что? Их чуть не сожрали? В голове сразу возникли недавние заголовки. Каннибал на свободе. Очередной кошмар. Преступник все еще не пойман. Картини снял руки с руля. Они были мокрыми от пота. Вот и заправка, о которой говорилось в отчете. Бледный от напряжения шериф даже не заметил, что ветер, дувший в окно машины, нес запах крови. Окей. Итак, обязательно... Влепите лайк, короче, этому видео, напишите что-нибудь в комментариях и подпишитесь вместе с колокольчиком. Вот. А мы погнали. Короче, я сразу признаюсь, это у меня второй видос, короче. Вот, я начал, короче, проходить, в итоге не нажал на запись. Я думал, что я нажал на запись, но в итоге я не нажал на запись. Вот. И... В принципе, я уже знаю, что здесь делать. Здесь, короче, надо не продержаться по времени, а убить, короче, сотку вот этих упырей. Прикинь, сотку. Отлично. Хорошо. Сотку монстров вот этих, они будут всякие разные. Я, короче, дошел до полтинника и потом только понял, что я не нажал на запись. Что-то не перезарядился, упырь. Короче, это, знаете, это жители, короче, Ракун-Сити идут за гречкой. Просто. За гречкой и туалетной бумагой. Так, рюкзак. Хорошо. В этих рюкзаках будет выдаваться всякая дичь. Так, окей. Окей. Дорожник, здорово. Дорожник, ты и так толстый, куда тебе, блин, гречка и вообще, не знаю, может, он за пивасом пришел. Но, увы, чувак, магазин закрыт. Поэтому бухла тебе не светит. Так, окей. Умри, падла. Хорошо. Опа! Нежданчик такой из-за угла вышел. Так, там нет никого. Хорошо. Окей. Дядьку бородатого убили. Дядьку бородатого загасили. А там упырь, короче, ползает, да? Добить его. Добить этого упыря, чтобы он не мешался. Ага, спецназовец пришел. С броней на пижаме. А почему не перезаряжать-то с первого раза, я что-то не могу понять. Хорошо. Хедшот. Просто шикарно. Ты вообще, блин, в каске приперся. Говнюк. Опа. С рюкзаком. Мужик, смотри. Отчаянно настроен на покупки. Окей. Да пошел ты! Говно. Твою мать. Пошел. Отвалил ты. Вот этот в каске, он вообще просто бешеный. Умри уже. Говнюк. О, блин. Заправщик пришел. Заправщик тоже кушать хочет. Пошли в жопу. Так, ладно. Твою мать, а! Приармянился сзади. Пошли в жопу. Так, берем вот эту аптечку, беги!
Давай, ну. Полицейский, блин. Твою мать, а! Фу! Хорошо пробежал. Та-та-та-та-та-та-та-та! Сдох. Сдох. Хорошо. Кто? Где? Ты куда ползешь, а? Говнюк. После 24 алкоголь не продаем, после 11 даже. Хорошо. Отдай мне рюкзак. Я знаю, у тебя там что-то вкусное. Дробаш, хорошо. Двадцаточка есть. Двадцаточка есть. Почти половину. Ну, почти вот я столько же, короче, продержался. Почти. Чуть поболее. До полтоса я, короче, продержался. Так, ладно. Говняки. Вонючки. С перегарищем пришли тут, блин. Я хотя бы не знаю. Закусили бы чем-нибудь. Этот, блин, перегаром несет за километр. Еще живой, что ли? Взбодрись, ублюдок. Хорошо. Так. Там баллон. Там где-то баллон еще лежит, да? Давай, давай, давай. О-о-о-о. Дядьки. Ну, держи. Так. А, еще одна есть. Хорошо. На, уже нету. Окей, погоди. Стоп, выбросить. Ты говно. Рабаш. Пошел в жопу. Твою мать, а. Нахрен посланы. Рот свой закрыл. Так. Вообще шикарно. Закончился орбит, иди домой. Иди проспись. Окей. Так. Блин, вообще ни черта нет. Давай, 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 перезаряжай. Ты можешь, я знаю. О-о-о-о! Дядя, отвалите. Так, погоди, что здесь? УЗИ? Ни хрена себе. УЗИшка даже здесь есть. Нахер. Рвануло везде, что ли? И тут баллон тоже. Блин, это херово. Я думал, этот баллон останется. Твою мать. Окей, я хотел просто по ногам, чтобы баллон остался, в принципе. Так, красная трава. Объединим с этим говном. Хорошо. Так, самокрутку эту убираем. Оставь. Хорошо. 39. Ёкало мене. Вот этих мне тут подавно не нужно. Добил, хорошо, убил. Шикарно. Так, держимся, держимся, 40. 40. Держимся. Ну давайте, чё, засали? Дядька шериф. Опа. Где? Бронированный.
Да перезаряжайся, ну! Так, что у тебя? Химический огнемет, хорошечно. Сразу возьмем. Да отвали ты, но! Все. Живите. В смысле? А какого хера ты не слепился, а, говнюк? Самый наглый, что ли? Так, вот это говно сжигаем. Так, что это? Электропушка? Да блин, вот это говно электропушка. Вообще ни к селу, ни к городу. Лучше бы, не знаю, какой-нибудь дробовик дали. Падла, а! Да куда ты? А-а-а, вонючки пришли, ну! Жесть! Горите нахер в аду, блюдки! Да хорош кашлять-то, чихать! Чё наперди тут, не знаю. Так, что здесь? Ракетница? Ё-мама-мама. Так, пока держимся, ладно. Пока держимся. Гори нахер. Да что ты, не дохнешь-то? Чё у нас там? 16. О, блин. Ещё говно тут. Выкини. Выкини. Выбросить. Так, давай вот это используем. Хорошо. Куда выстрелил, дебил? Вот до этой отметки, короче, я дошел. И понял, что у меня запись не включена. Ёкаламане. Вот этого говна мне здесь не хватало. Давай. Хорошечно. Опа. Расползлись по магазину. Давай. Молодец. Воу! Выбежал такой из тумана, падла. Ёкаламане. Сдохни. Ёма-мама. Так, они там все в куче. А у меня есть базука. А я сейчас вот сделаю вот так нахер. Просто падлы. Так, выбросить. Окей, пистолет. На, жесть. О, жесть. Блин. Нахер. Так, это что? Хорошо. Объединить. Есть. Дробаш. Вот это вот ништяк. Вот этого сейчас нужно. Нахер. Куда же? Да блин! Говнюк. Химический огнемет. Достать. Беги. Так, ладно. Химический огнемет. Нахер сгорите. Блюдки. Беги. Да блин! Какого хера они не горят, они дохнут, а? Говнюки. Сдохните. Ты что, сам себя поджег, что ли? Ты куда ползешь-то, упырь? Да что ты такое, а? Погоди, что там произошло?
Опа, мне некуда. Да, некуда. Пускай лежит. Ладно. Пускай лежит. Гори там за прилавком. Фу, держимся, держимся, друзья, держимся. Все, отлично, сдох. Так, запомним, здесь у нас... О! Падлу сжигаем нахер. Нахер она здесь сдалась. Гори, гори, гори. Так, 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 так. Дробаш. Да блин, все мимо нахер. Все мимо, блин, все просрал, но. Так, ладно. Выбросить. Базука, блин. ХЗ. А, нет, базука по-любому нужна. Выбросить. Все, у меня пистолет только. В смысле? Ты что, пистолет-то не выбрал? Я думаю, что не перезаряжать-то, дебил, стоит. Да блин, почему все мимо-то, ё-моё, а? Нахер пошел. О, еще эти сперматозоиды вылезли. О, так, стоп. Зеленая трава. Можно использовать? Блин, сразу нельзя использовать. Синяя трава объединить. Падла. Прям в объятия к нему, короче. Прям в объятия к этому дебилу. Окей. Так, берем. Выбрать. Бегом, 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 бегом. Нахер. Да блин! Хитрожопые твари, а. Так, еще один тут УЗИ. Там три патрона. Блин, ни к чему. Держись, держись. Да все, кобздец. Кобздец. 80. Твою мать, а. Там чё, блин, жрачки мало в магазине, а? Уроды. Так, очередная отметка 83 смерти. 83 жертвы, или как их там назвать, пошла в жопу, тварь. Жесть, короче, какая-то. Здесь вообще полная, полная, полная жесть. Особенно вот эти вот белые твари. Вот эти вот глисты сраные. Они жесть. Они очень насырные, они реально хотят, настолько хотят гречки, что просто пипец, охранник пятерочки не справляется ни хрена. Умрешь ты или нет? Он так и будет за мной бегать? Говнюк. Да сдохнешь ты или нет? Сколько можно в тебя стрелять? Обычно же с пистолета бывало, убиваешь же такую тварь. А тут, смотри. Ему просто насрать. Ты ему стреляешь, стреляешь. Он такой бессмертный, что ли. Сдох. Аллилуйя, блин. Аллилуйя, сдох. Так, хорошо. Где мой, нахрен, огнемет? Так, дай-ка я подлечусь быстренько. О-о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 -
меня. Сдохните, сгорите. О! Из-за огня ни хрена не видно этого. Не зомбаря, вообще никого не видно. О, блин. Живой, падла. Сдох. Уже, наконец. О, воу, 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 во
Чуть траванул, падла. Говна, кусок. Че у меня там? Так, жесть полная. Так. Ё-моё, у меня ни хрена не осталось, короче. У меня ни хрена не осталось, только... Только пекаль. Только пекаль. Воу-в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 оу. Да дай пробежать-то. Семь зомбарей, короче. Семь зомбарей меня опять траванули. О-о-о-о, баллон, баллон. Беги! Говно ты сраное! Просто пипец! Девяносто три. Твою мать, а. Еще чуточку, еще чуточку. Баллон, там был баллон. Ну, из-за этой вот отравления вот этого нихера не бежал. Просто вот не бежал. Если бы он побежал, развернулся, как бахнул бы этот баллон к чертям собачьим. Ну чё, погнали. Погнали дальше. Сжечь это говно. Окей. Окей. Хорошо, 92. Жгем дальше. Жгем дальше. Ё-моё, там баллон что ли рванул. Так, три зомбаря осталось. Аккуратно, аккуратно. Трое осталось. Аккуратно. Держимся. Держимся, друзья. Пятерку закроем скоро. Скоро закроем пятерочку. Пошел вон, вонючка. Перегар свой вылечь. Ах ты, падла, навонял. Навонял, говнюк. Хорошо. Так, что это, электропушка? Окей. Электропушка, хорошо. Так, аптечку, лечимся. Электропушкой. А, последний. Ну, держи. Отлично. Крутой шериф, у нас достижение. Так, еще какой-то рюкзак тут остался. Есть, есть, друзья, есть. После долгих мучений, аллилуйя. Или он? Все, закрыто нахер. Окей, друзья. Короче, здесь получилось все наоборот, как бы Леон пришел в тот момент ну, в тот момент, который нужно, короче, и спас шерифа, да? Вот. А в оригинальной сюжетке он заходит, этого шерифа едят там в подсобке. Окей, украшения лизун у нас. Какие-то всякие украшения непонятные. Вот. Выстрел из пистолета 127, врагов убито сотка, общее время 16. Ну, это, короче, общее время можете не смотреть. Я специально, короче, поврезал моменты, да, потому что, блин, видос бы затянулся, не знаю, на часа полтора, наверное, если не больше. Вот. Потому что это жесть, это жесть. Ну что, друзья, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, комментируем, подписываемся на Инстаграм. Вот, у нас осталась последняя дополнительная линия, последний дополнительный режим, и мы уже продолжим с вами в следующем видео. Это будет тофу, это будет жопу, вот. Все, с вами был Валерий, всем пока!